8 февраля в Физико-техническом институте Крымского федерального университета имени Вернадского отмечали День российской науки. В связи с этим состоялась открытая лекция на тему «Природоподобные технологии» в научно-исследовательском центре «Курчатовский институт». Лекцию прочитал начальник отдела нанобиоматериалов и структур Курчатовского комплекса NBIX технологий Тимофей Григорьев. С развитием технологий в современном мире междисциплинарные связи играют все более важную роль. Примером такого плодотворного взаимодействия является Курчатовский комплекс нано-, био-, информационных, когнитивных, социогуманитарных наук и технологий, где в настоящее время идея конвергенции различных наук позволяет практически достигать прорывных результатов во многих областях науки и технологий. Основные направления работ Курчатовского комплекса NBIX технологий – это полимерные материалы и изделия для биомедицины и тканевой инженерии. Конечно, самое интересное открытие, передовые открытия совершаются именно на стыке наук, потому что мы уже, можно сказать, поняли ту механику в узких дисциплинах, всю механику происходящего в природе, в жизни. И дальше это надо совмещать и двигать уже именно к большему природоподобию. Потому что, конечно, природа всегда так организовала и придумала лучше, чем мы с вами можем сделать. Но она тратила на это миллиарды лет. Особое внимание к биомедицине и тканевой инженерии объясняется не только исследовательским интересом, но и в первую очередь огромными перспективами, связанными с развитием этой области. Ведь это возможность создания новых тканей и органов, способных заменить пораженные заболеваниями, травмой или генетическими нарушениями участки человеческого организма. В отличие от синтетических материалов, которые могут выполнять в организме только физическую или механическую функцию, естественные ткани включаются в биологические процессы, обеспечивая полноценную работу организма в привычном режиме. Отличие лекции состояло в том, что в ней показано, как физики могут эффективно работать в области биотехнологий, биоинженерии и какие структуры создаются на основе физических знаний и фундаментального физического образования. Лекция является продолжением цикла мероприятий для студентов и преподавателей Физико-технического института, посвященных 115-летию академика Игоря Васильевича Курчатова, выпускника Крымского университета. Это мероприятие стало возможным благодаря сотрудничеству между КФУ имени Вернадского и Курчатовским институтом. Антон Бизик, Михаил Погомий, пресс-служба Крымского федерального университета.